Добрый день, друзья! С вами «Стройгарант Анапа». Меня зовут Марина. Не удивляйтесь, вы на юге, два раза в год у нас тоже идет снег. Мы находимся в поселке Жемчужина, и сегодня дом выставлен на продажу. Давайте посмотрим, что внутри. Фундамент дома достаточно прочный, на 70 сантиметров уходит в глубину. Друзья, начиная с прихожей, в доме система теплый пол. Приглашаем вас в гостиную кухню. 29 квадратов, но самое главное, из кухни можно попасть на светлую, крытую террасу. Мы вас приглашаем. Наверное, это мечта каждой женщины – уютно расположиться на подоконнике с чашечкой кофе. Дом расположен на центральной улице коттеджного поселка Жемчужина. Объемный двор, где можно расположить мангальную зону, есть стоянка для автомобиля. Все необходимое для жизни. Фундамент дома достаточно прочный, на 70 сантиметров уходит в глубину. Построен по всем правилам сейсмоустойчивости. Стены из газобетона, отделаны штукатуркой, утеплены, сверху кирпич. Практично и надежно. Деревянные стропила на крыше обработаны огнебиозащитой. Обязательно гидроизоляция. На крыше металлочерепица. Друзья, веранда очень просторная, но на улице достаточно холодно. Давайте пройдем в дом. При входе в дом мы попадаем в большую уютную прихожую, 4,2 квадрата. Здесь можно расположить достаточно объемную гардеробную, есть место для уличной обуви, конечно, для домашних тапочек. Прихожая отапливается, на уровне руки расположен электрический щиток. Друзья, начиная с прихожей, в доме система теплый пол, всегда уютно и тепло. Давайте посмотрим, какие комнаты здесь расположились. Начнем со спальни. Спальня достаточно просторная, 11,7 квадратов. Стены оклеены флизелиновыми обоями, обои экологически чистые, приятные на ощупь, не выделяют в атмосферу вредных веществ. На полу уложен ламинат, ламинат с защитой от истирания, гарантия не один десяток лет. Комната теплая, установлен достаточно объемный радиатор, окно с двойным стеклопакетом, открывается быстро и легко. Натяжной потолок, выведены отверстия под светильники, по всему периметру дома система вентиляции. Обратите внимание на большое количество розеток. Есть вывод для ТВ-антенны и сразу три розетки. Это очень удобно. Эта спальня немного больше. Также стены оклеены флизелиновыми обоями, обои приятного персикового оттенка. На полу также ламинат прочный, ударопрочный. Есть большое окно, объемный радиатор, холодно зимой не будет. Давайте пройдем в санузел. Санузел достаточно просторный, 5,8 квадратов. Красивая серая плитка, расцветка под гранит, плитка на полу. Есть выводы под световые приборы. Комната теплая, система теплый пол также здесь имеется. Под окном расположен радиатор. Окно небольшое, но света дает достаточно много. Стекло матовое, защищает от посторонних взглядов. Приглашаем вас в гостиную кухню. 29 квадратов. Пол уложен плиткой, есть зона гостиной и зона кухни. Объемные окна, выход в следующую спальню. Друзья, окно открывается, на всех окнах установлена москитная сетка. Обратите внимание, насекомые вас мучить не будут. Стены оклеены замечательными обоями приятного светлого оттенка. В этой части комнаты возможно расположить кухонный гарнитур, есть все необходимые розетки, посмотрите, и на уровне пола, возможно, это под посудомоечную машину, и на уровне рук, под все необходимые кухонные электроприборы. Выход под вытяжку, установлен котел марки ProTERN. Здесь же располагается система теплый пол. Но самое главное, из кухни можно попасть на светлую, крытую террасу. Мы вас приглашаем. Друзья, объемная терраса, 21 квадрат.
Посмотрите, сколько места и сколько воздуха, какую большую компанию можно разместить на этой террасе летом. Отсюда же есть выход во двор, огромные окна также открываются. По периметру террасы их сразу несколько. Наверняка отсюда будет видно и шашлычную зону, и детей, которые играют здесь же. Здорово! А сейчас мы переходим, по-моему, в самую светлую комнату этого прекрасного дома. Комната с эркерным окном. Мы вам покажем. Мы заходим в самую светлую спальню этого дома. Друзья, она буквально залита светом, потому что объемное эркерное окно добавляет уюта, объема этой комнате. Наверное, это мечта каждой женщины – уютно расположиться на подоконнике с чашечкой кофе. Красота! Если сравнивать данный проект с квартирой, она, несомненно, уступает. Ни в одной квартире вы не найдете такой просторной кухни-гостиной с выходом на террасу. Эркерные окна впускают в дом большое количество света и делают его зрительно больше. Ну и, конечно же, свой земельный участок – это огромный плюс. Здесь можно разбить свой сад, где через пару лет собрать урожай плодовых культур. Земли достаточно для того, чтобы поставить даже небольшую теплицу. Зелень будет круглый год. Поэтому, друзья, если вы решаете вопрос между покупкой квартиры и покупкой дома, дом, конечно же, в плюсе. Цена представленного дома 6 миллионов 67 тысяч. Земля 5 соток, еще 1,5 миллиона. Итого сумма 7,5 миллионов на 22 января 2022 года. Друзья, с вами «Стройгарант Анапа». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы. Ни один вопрос не останется без ответа. До новых встреч, друзья! Еще увидимся!